Представляю файн-койл фирмы Клима Винетта. Что мы можем полезного узнать про это устройство? Данный фан-койл является производитель Италия. Фан-койл может работать как на охлаждение, так и на нагрев. Корпус исполнен с металла плюс полиуретан и пластик достаточно хорошего качества. Можем сзади посмотреть на комплектующие системы обвязки этого фан-койла. Подключение системы автоматики, где мы можем подключить пульт, имеет регулирование тремя скоростями. Теплообменник, вентилятор. Сразу есть поддон, и здесь мы можем посмотреть систему обвязки, как она расположена. То есть видим, сборка достаточно качественная, имеется датчик. От какого источника тепла работает этот фан-койл? Данный фан-койл может работать абсолютно от любого источника тепла. Это может быть тепловой насос, газовый котел. На подаче на систему отопления он работает от 30 градусов и выше. В зависимости от этого имеет тепловую мощность разного уровня. И точно так же холодильная мощность. Вот может работать на холод теплоноситель при этом от 7 до 12 градусов, 7 на входе, 12 на выходе. А для каких помещений применяется фан-койл Клима Винетта? Тип назначения может быть абсолютно разный. Это как офисное помещение, так и помещение для каких-то коттеджей, частных домов, может быть какие-то школы. То есть назначение абсолютно разное. Какая минимальная квадратура? Минимальная порядка 20 квадратов. А какая стоимость самого маломощного фан-койла фирмы Клима Винетта? Стоимость стартует от 450 евро и выше. Спасибо.